Здравствуйте, меня зовут Андрей Лебедев, я функциональный архитектор компании Кадерлайн. Я хочу пригласить вас на курс подготовки аналитика 1С. Сейчас я скажу немножечко парадоксальную вещь. Обычно, когда рекламируют какой-то курс, рассказывают о том, что увидите на курсе. Но я сейчас хочу рассказать о том, чего на курсе не будет. Ну, я думаю, это правильно, чтобы у вас не было каких-то нетипичных ожиданий. На этом курсе мы не будем с вами детально разбирать функционал программы. Вы не станете квалифицированным пользователем того или иного продукта 1С. Ну, я думаю, что это никого не расстроит, потому что курсов, на которых объясняют, как там работают, их достаточно много, их проводит сама 1С, их проводит много кто еще, есть типовые программы, то есть это проблемой не является. На этом курсе мы не готовим разработчиков. Несмотря на то, что кое-что, конечно, из арсенала разработчиков мы показываем, вы, естественно, квалифицированным разработчиком по результатам этого курса не станете. Задача курса не в том, чтобы готовить смежные специальности. Задача курса именно в подготовке консультанта-аналитика, человека, который может найти общий язык с пользователем и общий язык с разработчиком-программистом. Важный момент, который вы должны понимать. Программу вы знать должны. Это остается за пределами курса, но я думаю, вы прекрасно понимаете, что если вы внедряете какую-то программу, то вы для того, чтобы успешно ее внедрить, вы ее должны на уровне пользователя очень хорошо освоить. Другое дело, что если вы действительно будете работать аналитиком 1С, вы очень часто будете сталкиваться с ситуацией, когда разобраться в программе надо за 2-3 дня до общения с клиентом. И вот как это сделать, об этом как раз я вам расскажу. Ждем вас на курсе.